Представьте, что каждая из вас исполнительница сольного танца. И вас оценивает миллионный зал. Сама она не раз оказывалась в подобной ситуации, выходила из нее победительницей. Олеся Белозерова стала чемпионкой мира и Европы по фламенко. Эти титулы изменили характер танцовщицы. Уверенность, целеустремленность. Вообще я считаю себя уверенной в себе, самодостаточной и красивой леди, которая много достигла и буду, наверное, достигать в дальнейшем. Теперь бойцовскому характеру и плавным движением она учит школьников лицея гуманитарных и экономических наук. Но Олеся решила пойти еще дальше, получила диплом психолога и стала заниматься танцетерапией. Выстучить агрессию через дроби – главная цель фламенко. Это уже урок для взрослых. Огненному танцу саратовчанок Олеся обучает несколько лет. В ее группе есть и молодые леди, и те, кто уже давно на пенсии. А вот маленьких танцовщиц на урок фламенко Олеся не приглашает. Говорит, для этого танца нужен жизненный опыт.